Войскову. В общем, отец этого пацана с братом, ну, брат отца, забили судью насмерть молотком. Лайк. Что-то я не понял. Кто-то выжил. Они получат по 10 лет минимум. Чё? Минимум. Да как так-то? Педофил его ребенка изнасиловал. Это зачтется, поэтому не будет пожизненного. Но пока вина не доказана, никто не педофил. Раз. Аффекта не будет, потому что они долго это планировали. Два. Судья. Три. И особая жестокость. Четыре. Ну, так что 10 лет это при лучшем раскладе. Погоди, ты же обвинитель на этом процессе. Если дана команда посадить, Ольга не сильно сможет этому помешать. А команда дана. Судья. Ну, убийство судьи, неважно какого, они за это не особо жалуют. Тогда я не понимаю, зачем нам это дело? Ну, вот я и подумала. Мы все время убиваем. Может быть, пришло время спасти? Строим побег. Какой побег? Такой побег.